дамаг, ну, хороший. Ну, конечно. Ну, нет, естественно, потому что у тебя бёрст уходит как раз перед прыжками. Прям совсем прям перед. А, весь? Ну да. Ну давайте тогда на эти бафы просто на... Когда он вернется. Ну да вот. Вы главное... Извини, Скай. Вы главное просто по поводу бафов в теме Шрикоти. Прям четко, когда мы начинаем. Скажите. Проверьте, что есть еда, что вы починены, что вы на тех ролях, что кого-то нету в пати. Кто делся? А, Скай почему-то вывалился. Да-да, я тоже видел. Ну, ну, по сути, мы и так делаем максимальный брейндед. У меня... Скай, ты все еще... Тебя нельзя пригласить, потому что ты... Cannot locate тебя. На тот мир прилетел. А, может быть, вот, сейчас... Так, unable to invite. Давай. Он бегает точь-в-точь, как я. То есть, 4 туда, 4 сюда по кругу, а 2-4-2, как... ну, так же, как мы бегаем. Можно. Это тоже можно, но это надо знать точно, как где падают ауехи, это не brain dead. У меня другое заинтересовало то, что у Ксеноса уже выложено видео, как он закрывает P8S2. Короче, за неделю контент закрыли. Ready check на заход. Фени. О. Так, короче, это, ну, в общем, как обычно, все, лут пати, два фейла на Devourer Kick, так что этот. Для этого лафели нужны. Какой рестарт? Быстрый старт. Погоди, ты быстрый старт. Давай сначала повесим арки на хотя бы на танков. На Шарикота. Я не помню, кто из вас какой хил. Да какая левая информация. Зато я помню, как босс прыгает.
Да, Паш, тебя вообще не слышно. Одну секунду. Такс. Это все хорошо, но оптимизацию можем сдвинуть, когда мы увидим второй Enrage. Скушайте, пожалуйста, кушанье. Можно даже сразу много кушаний. Я пока думаю, что оттягивать стоит только на прыжках. Ну, мне вообще некуда оттягивать, поэтому мне проще. Ну, смотрите, мне на балдеше надо для митикейшенов просто включать. Давайте тогда... Все. Давайте таймер. Вспоминаем, что нужно делать. Вспоминаем, что происходит. Концентрируемся по поводу Дивора. После Дивора, не до Дивора. Ну, потому может быть рано еще, а может быть просто вчера все убили эту мега собаку. Может быть. Вроде ничего не было. Единица. Но он после этого поставил ДНД. Или я успел его войти, позвать группу до того, как он зашел в игру. Забрал босса. Я думал, чтобы Саша не отвлекал. Газа? Да. Руби Глоу. Двойка. Жопа босса. Нокбэк иммьюнити.
Я жмакнул по иммунке. Я без инвуля, я... Потому что я без инвуля. Тем, что я сдохну на после прыжков. А, двойка. Забрал. Стаки. Жопа, 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 сзади. Коша, после диву... после дивора ты тогда на четверка. Начиная с четверки. Это 4 по часовой, 4 против. Ты на после прыжков, если выживешь. Раз, два. 3, 4. Раз, два, 3, 4. Хорошо, тогда я попробую. Я сдохну здесь. Два почему-то осталось, ладно. Ну, окей. Аджаст на ходу не всегда возможен. Ну, если успеваем, я не уверен, что мы успеем. А, уже все попали. Все попали. Нет, я даже... Я даже... Не успела пробить. Не, все нормально, просто был кривой... Нужно перезагрузиться. Секунд это много. Двойка мокрая. Плохо. Хилять Коша. Сейчас ТБ будет. Забрал босса. Ну. Да нет, блин, разве? Да-да-да. Окей, накину. Okay.
давай, сейчас так, после пула перезапустишь. Единица. Жопа босса. Нокбэк иммьюнити. Зачем? Он... Да, можно, можно даже после каста. Когда я говорю, вполне норм. Да, конечно. Он же кидает тебя не под конец каста, а когда доедет до тебя. А, тройка. Забрал. Страшно, у нас есть время. Перед боссом, он немножко криво стоит. Криво стоит. Назад, прибегаем. Кучу получили. Прыгает с тройки. Два туда и... Ну да, туда-сюда. Кошина свое. Прелестно. Все молодцы. Все молодцы. Бурсты. Меня уешка. Это меня уешка. Это большая уешка. Смотрим, где будет. Две. Первая группа у центра, ближе к центру. Это со стороны четверки. Первая группа ближе к диагонали. Вторая подальше. Это Рэй. Не к нему, от него, от него, от него. Я к нему, за него, я танк. Забирай, забирай. Да. Ау-е. Я кинул репрайзу. Первая группа сразу ближе к А, вторая группа сразу ближе к С. И смотрим, где можно прятаться. Прятаться около зеленого сначала. И это спреды, блин. Потому что... Потому что первоначальные сейфы не в тех сторонах, где потом нам нужно сдвигаться по часовой. То есть сначала мы прячемся, потом мы сдвигаемся по часовой. Потому что мы сначала прячемся... Нет, мы правильно прятались. У нас первая группа. Нет, мы сможем по часовой. Мы сначала прячемся... Смогли бы. Это абсолютно симметричное расположение кристаллов.
мы сначала прячемся от желтых в зеленом квадрате, а потом зеленый разрастается, и нам надо уйти из зеленого квадрата в сос... Нет, вы ушли в чужой из желтый, но в правильный зеленый. Давай смотреть. Давай еще раз смотреть. Там не бывает, чтобы некуда уйти, они абсолютно симметричные. Я вот смотрю. Ну, давай смотреть. Ситуация абсолютно симметричная. И вторая... Давай, я сделаю это. И вторая группа правильно стояла на С. Коша стоял неправильно. А ты Р2? Вот. Так если ты Р2, ты вот тут стоял правильно. Так и сказать. Или даже вот тут. А, ты убежал. Неважно, где ты оказался. Давайте по-другому делать. Есть зеленый кристалл. Давайте по нему и ориентироваться. Ну, да, Коша, ты неправильно стоял, так что не надо. Потому что... Нет, ты стоял в тройке, и из тройки ты перебежал в двойку. В смысле, Райко, ты там прячешься нормально, ты там живой. Потому что после вы разбежались поздно. Его надо... У нас босс не по центру. И вот если здесь будет босс не по центру, то одна группа не будет бить. Можно. Тебе... Стопе. Все, стопе. Вот вам скриншот. Это абс... Ой, не туда. Да я чуть-чуть не туда кинул. Сейчас грузится. Это абсолютно симметричное расположение кристаллов. Если есть с одной стороны, где прятаться, то будет и с другой стороны, где прятаться. Это мы прятались в тройке, и из тройки мы перебежали в двойку. Нам нужно... Потому что зеленый кристалл начал разрастаться. Ну, вот посмотрите на скриншот. Да, и мы прятались в... Мы прятались в тройке. Все, стоп. Так, сейчас я... еще раз, стопы. У нас есть 4 позиции. Мы в любом случае сначала прячемся около зеленых, потом мы перебегаем на желтый. И куда бы как бы мы ни перебежали, мы всегда так или иначе один раз будем на чужой платформе, скорее всего. Поэтому... А я не уверен, что там могут быть другие компьютеры. Нет. Нет, еще раз нет. Райко, стоп. Блин, я сейчас всех замутаю. Нет, и вы не даете мне договорить. Вы не хотите послушать, как можно это делать. Вы пытаетесь сделать то, как вы это делали. Все делали по-разному. Давайте договоримся об одной стратегии. Хорошо. Давайте 3-4 минуты. Все выговоритесь. Я вернусь и скажу, как это можно делать. Ну тогда дайте мне договорить, в конце концов. Итого. Мы договорились, что первая группа прячется на севере, вторая группа на юге. Проблема в том, что мы здесь перебегаем. Мы сначала прячемся от одних, потом от других. Я предлагаю не мудрствовать слишком сильно, где мы окажемся потом, а начинать в зеленом кристалле прятаться. Первая группа на севере, то есть 1-2, вторая группа на юге, 3-4. А потом мы все равно перебегаем. И перебегать мы будем, скорее всего, по часовой стрелке. Прочно. Окей, следующее. Мы всегда... Ну, там зеленая лужа не даст другую сторону перебежать. Она нас вытеснит в соответствующую сторону. Поэтому мы начинаем просто с зеленого кристалла. Если зеленый кристалл на тройке, вторая группа на тройке, первая группа на единице. И дальше мы проворачиваемся.
В противном случае нам надо будет думать наперед, где мы окажемся, где нужно начинать от этого. Приведет к вайпам. Так, сейчас, по часовой. Почему же? От моего скриншота. Сейчас против часовой. Ну да. Он... В общем, там может быть разное. Вы говорили, что да. Да. Вы говорили, что он всегда на одном месте колец. Я думаю, то, что оно может быть симметричное по оси АС. Они тебя вытесняют всегда в одну сторону. Ты стоишь со стороны внутри своего квадрата, пока зеленый растет, и желтые взрываются, когда ты уже не можешь перебежать. В данном случае нам надо было против ехать, а ты говоришь, что... Нет, возможно. Вот, смотрите, скриншот. Это момент взрыва желтых кристаллов. То есть ты naturally и выводишь зеленый, уходишь в этот уголочек. Ты не можешь уйти в другой кристалл, потому что там этот красный взорвется, желтый. Когда желтый взорвался, тебе уже некуда ходить, потому что тебе зеленый перекрыл дорогу. Поэтому... Мы договаривали, силеры остаются на этой пипке, а RNG... Как? Это дальше, это следующее. Да, после... После этого хилы остаются в этой пипке. Если там спред, то хилы остаются в пипке. Ренджи убегают в самый уголочек. Милишник, там вот где на последнем скриншоте этот, я стою в между зелеными. А милишник, соответственно, на как на оставшемся месте единственном. Там надо его ставить, мили центр, да. Чем? Не очень. Не-не-не, Шрикот не об этом сказал же, если я правильно понял, поправь меня, если нет. Определяем просто, где стоит зеленый. Это наш квадрат, и safe spot будет самый дальний уголочек от зеленого внутри этого маленького квадратика. Правильно? Да. Именно так. Но... Да. Да. Как только появился зеленый квадрат, первая группа 1-2, вторая группа 3-4. После этого мы просто сдвигаемся туда, куда нас эта зеленка выдавит. Дальше надо... Стаки мы хотим в... Сейчас. Как здесь...
Как здесь рисовать? Сама по себе внешний вид этой фигни, да, он всегда будет одинаковым, просто будет с разных сторон. Ну, если там есть вариативность. Сейчас, где там? Ты имеешь в виду, вот, например, если нашу сторону брать, вторую группу, то зеленый может быть тут, а тут желтый? Я думаю, то, что может быть симметрия по АС. То есть зеленый, да, уедет налево, а да, это... а желтый кристалл тоже поменяются местами. То есть вы вообще, да, получается, не меняете сторону света, а только на своей оперируете. В обоих паттернах. Так, сейчас, если получится. Где синий цвет? Блин. Да, тут не принципиально. По поводу чего? Потопало. Не страшно. Главное быстро выйти. Так, господи, как же нарисовать-то по-нормальному? Во. Вот я тоже накидал. Я предлагаю синенькие спреды, красненькие стак. Хиллер это нижнее, верхнее это рейндж. Крайнее я имею в виду. Ну, я думаю, в центре лучше танку, чтобы босс никуда не ушел. Милишник там может быть Макс Мили. Поэтому босса надо обязательно в центр поставить. В смысле, чтобы он крутился туда-сюда и не понимал, что происходит? Не надо. Зачем? Аджастит. Подожди, куда выбирать, и я чего аджастится? Очень много аджаста. Да. Опять давайте стараться делать всю любую тактику сначала брендедовой. Когда она работает, можем пытаться ее поменять. Почему я хочу танков ближе к центру? Потому что босс тогда будет с большей вероятностью торчать в самом центре. Если милишник будет не доставать, скажите, и будем мозговать, как его передвинуть. Но я думаю, что... Вот поставить, да, поставить его надо в центр. Не, ну мы можем разделить группы на рейнджов и милишников. Ну если у тебя... А, он у тебя рейнджовый, что ли? Окей, тогда... Давайте так, у меня предложение, давайте попробуем. Если это будет... То есть если он... А, ну блин, он реально...
Ну, не, просто он действительно будет уходить в этот момент, и как его там центрировать, я не... Не, ну, второй вариант мы просто тогда делаем на эту конкретную механику первую группу из милишников, а вторую группу из ренджей. Офтанк тогда, ну, он из центра, может быть, достанет вот из этой точечки. А стаки на хилах. И что? Да, да, то есть... А хилы как есть? Хилы как есть, просто ренжи стакаются со второй группы, а милишники с первой. Но... Да, давайте попробуем сначала по это первой-второй. Если не получится, то... Ну, то есть не буду доставать милишники, то будем... разобьем этих ренжев и милишников. Есть. Да, я после полоски ссылку скину. Ты что-то одела, поменяла? Да, я забыла. Ну все. Двойка мокрая. Забрал. Заходим. Ой, я. Единичка в жопе босса. Нокба комьюнити. Яшка. Бегал Яшка. Четверка. Забрал. Стаки. После стака в центр. Центр.
по местам. А, жопа. Сзади, сзади босса. Приходим. Нет, ты медленно. Это 4 в одно, 4 в другое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По местам. Все молодцы. Все просто молодцы. Бафы. Бафы. И мяуешка. Бега уешка. Блин, припрыг, наверное. Смотрим. На двойке. Вторая группа подальше. Первая группа в диагонали. Иди сюда, глупый босс. От него, от него, от него. Т.Д. Он не дай пойдет, пока не докастует. Смотрим нашу сторону. Вторая группа 3-4. Первая группа 1-2. Бегал я. Не страшно. Не говорю, если не будет далеко, то просто дизайн поменяем. Так, ПВО друг, вот друг по-другому. Стоим, стоим на месте, на фене не... Ладно, единственное место свободное есть. К нам газа. Так, и смотрите, снова у нас эти 4 тавера. Стак спред, митик, не забывайте. Так, дайте гляну, что произошло. Самое главное по... Коша умер от... Нет, это второй... Почему ты всех умер? У нас Фени всех убил. Ты, наверное, не тот стрим смотришь. А... Вот. Я скинул ссылку в... А... Самое главное, милишники достают или не достают? По-моему, Феня не доставал. Нифига. Ну просто вы сами, вы скажите, хотим мы разделить милишников и ренджей или нет? Ну они говорят, достают. Чё? Коша прям по центру поставил. Там сложно так ставить Коша или нормально? Нет, просто если ты не достаешь, мы можем просто поменяться местами и утащить. А, ну... Блин, там надо просто по ногам до башни. Со спринтом. Нет, ты чё? Ты посмотри, посмотри. Вот упал шарик, и вот только они начали кликать. У тебя до башни добежать секунд 8. Мне надо было бежать на противоположную сторону. Так ты что? Ну, посмотри, сколько здесь времени. Вот, смотри, упали стеки. Color pairs. А, нет. Здесь первый
А, не точно, они появились как в первом варианте, они все появились с одного треугольника в этот раз, ну, с одной частью. Так что это не Color Palette. Хорошо, это так же, как с первый раз, только придется на ходу смотреть, в какую сторону бежать. Нет, Фенни побежал раньше времени и лужу кинул в центре. Ну, там осталось местечко, где... Нет, он скинул лужу там, где мы должны стакаться. И мы заджастились. Ты не, ты там, ты стояла и ждала, когда тебя лужа накроет. Так, что еще я хотел? Что еще хотел? Ну... Не, ближе если к мы... центру, я имею в виду, все могут стоять. Если мы просто И я могу стоять дальше, чтобы вам больше места было. Если мы... Там не получится, там не место важно, там важно, чтобы до босса доставать. Я понимаю. Если я буду стоять дальше, то вы вот тут, смотри, вдвоем сможете стать, скорее всего. Где? Где ты? Нет, тут мы не встанем. Просто ты стоишь вот тут сейчас и не Но. даешь Фене подойти. Вставай вот сюда, у линии. Ну, давай попробую, но там, говорю, там очень тонко, в смысле того, чтобы не накрыть друг кого-то спредами. Я Если... буду просто вот здесь Но... надо прятаться. Там ты должна была прятаться. А я Окей. Ну, не, давайте, да. Если говорю, если милишники не достают, то проще просто милишников в первую группу загнать и босса тогда утянуть в другую сторону. В крайнем случае, в танк какое-то время не побьет или постараюсь туда тянуть магофазу. По ба... Ну, почему? Подожди, почему маленький пятачок? Там идея в том, чтобы босса просто затянуть в этот пятачок, чтобы он просто стоял, и вся их зона была... Ну, если мы перетаскиваем милишников, то мы босса тянем вот в этот пятачок. А милишники... Ну, рядом с цифрой. Сама цифра точно не мили рейндж. Главное просто запомнить то, что механика и ждем луж, а потом перебегаем. Независимо от того, что началось, стак все равно все вместе в точке ждем луж, разбегаемся, спред, заспредились, ждем луж, потом стакаемся. Ага. Да. То есть там, наверное, немножко потеря опять-таки аптайма, но зато сейфово. Но... Ну да, не, давайте попробуем, но милишники на, этот, на вас. Если там плохо, то сразу давайте просто перетащим их. А не надо свап... Нет, свапаться танком... Ну, давайте, хорошо, давайте еще раз попробуем. Если плохо, то просто сразу перетащим Ренжей во вторую группу. А, Маргаза замелдилась. Я же говорю, у меня с собой нет. Надо Ну, там не так много. Ну, да, будем ресетить босса. Больше маны. А. Бу.
Богу-то насите. Я не знаю, что это за стат. Какой-то странный стат, не знаю, о чем ты говоришь. Микро-АОЕ. Макси-АОЕ. Тройка сухая. Предположим, с манком. Собрал. Зато Феню с грустной рожей отовсюду видно. Ага. Заходим. Бегал я. Тройка. Жопа босса, потом перебегаем. Нокбэк комьюнити. Крауде. Макрауде. Двойка. Собрал. Спреды. Стаки. Пускай жир, тогда все нормально. Пускай есть свой щиток. Жопа, жопа, жопа. Сзади, 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 сзади. Переход. Превосходно. Готовимся к прыжкам. Прыгается. Какая там, господи. А, тройка. Вот 4 по часовой, 4 против. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В теме Шриклота мертвы. Ну ладно, это трое. Хорошо. Мне тоже мешает, кстати, то, что ты считаешь, и даже когда ты говоришь, откуда он. Хорошо.
Окей. Тогда все считают про себя. Нет, как он начинает, пожалуйста, говорить, иногда мне тоже помогает. А вот хорошо, считаем про себя. Ну, не, если мы проходим прыжки, то у нас вполне есть все шансы. Ну ладно, в смысле, тогда будешь кушать еду? Меня уе. Да он огроменный, тут не особо его надо центрировать. А, четверка, мокрая. Райко, подхиляйте чуть-чуть. Как там был-то? Забрал. Купаться в помоечке? Купаться вообще! Кидайте танка. Ну, смотрите, самим закрывать тавер будет. Тогда Пашу ширка отверстие. Воскресенье. Ну и, блин, после стольких, это, ауеха, после стольких траев уже должно на автоматизм половину файта быть. А двойка. Жопа босса. Нокбэк имьюнити. Тройка. Забрал. Ужас, ужас. Рада. Идем на стаки. Сзади. Приходим. С четверки. Туда-сюда, обратно. Нет, не живем.
если минут, то давайте перезайдем, Маргас замел лицо. Пи-пи-пи. Чё? Чё где? Кого? Всё, мы бросили рейд душу. Все пошли на карты, да. Скажи, как замелдишься. И починитесь заодно. Идём на деву... Идём на девочку щупальцами. Девочка щупальцами. Что у тебя там с ротацией? Да? Превосход. Он еще вчера шел. Сколько там? Ну, 7 групп. Ну, не, в принципе, да. Против 13 групп уже с третьим. Ну, то есть, Pathfinder прям... Это да. Но все равно надо убить первого, потому что это этот. Мы молодцы, мы лучше Pathfinder. Да. Ника? Быстрое насилие. Так, ну, проверьте еду и да, давайте не тупим, поехали сразу. Нашиву. Тройка сухая. Забрал. Thank you.
босса. Жопу босса. Нокбэк имейте. Чё, плохо? Двойка. Забрал. Стаки. Стак, стак, стак. Центр. По своим. Спина. За него. Переходим. Начинается единица. Туда-сюда, обратно. Какая буква? В теме бежит на деп. В теме на деп. В теме на... Один остался, я не знаю, выживем, не выживем. Ну, почему, давай попробуем. Опа. Микро УЕ. Ну, посмотрите, если успеете, там два. Четверо. И бига УЕ. Но у нас по ресурсам ни черта нет. Ну да, это не успеем. Ладно, поехали в этот, в ресет. Какие-то проблемы с этим, с 2-4-2. Ну, когда крошится, да. У кого-то есть вопросы, как двигаться по 2-4-2? Или просто ошибаюсь? Ну, ты в том числе. Просто на этот Райко знает, на кто я не видел, кто еще съелся. Я на них не могу посмотреть. Я съелась, потому что я рано по уезжу, когда уже бегу на свой таун. Ну, окей. Тогда давайте дальше. Давайте снова. У тебя там все не так плохо, чтобы так учиться дамажить. Всем тоже хорошо. Двойка. Двойка мокрая.
забрал. У него вроде самый низкий, да, по потенции, просто базовый удар. Сделаем специальный пул, где попросим к теме танцевать на Шерикота. Ну почему же, он будет чуть больше домогать. Зато циферка у Шерикота будет больше. Не-не, 2.5. Ауе. Жопа босса. Нокбэк иммьюнити. Давай. Микроуе. Двойка. Забрал. Спреды. Знаки. Спереди боссы. Спереди, перед, перед. Перебегаем. Начинает с единицы. Туда-сюда обратно. Давайте, концентрируйтесь. Б закрой. Теми на Б. А. Нет, ты добежала, Маргаза добежала, просто уже поздно. Ну, в смысле, ты добежала, на тебя эта капля упала. А... И вы с Птемием успели, все молодцы, но кто-то не клипнулся. Там кто-то еще дернулся не в ту сторону. Ну, да. Там, блин, ну, не то, что... Я не знаю, по-моему, они наоборот сложнее. Ну, по часовой, когда? 4. Ну, да, я сразу говорю. Просто запомните, как двигаться и прочувствовать тайминги, все. Тройка мокрая.
Забрал. Беговые. Тройка. Жопа босса. Нокбэк иммунити. Четверка. Ай. Хе. Не, четверка-то я первый почему-то зачем-то не там поймал. Забрал. Центр. Места. Задница. Сзади. Сзади, сзади, сзади. Переходим. Начинаем с двойки. Туда-сюда обратно. Отрабатываем. По местам. А пустая. Мы пожертвовали птемием. Да, живем. Он съел, сейчас кушает. Микро-уе. Бега-уе. Рэй, вот нет, это уйти. Так, кошет и мейн сейчас. Забрал.
Отбегал я. На зеленом, только зеленого. Стоим, 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 стоим. Теперь бежим на стаке. Бежим на стаке. Я... По своим, по своим... перед боссом, перед боссом, перед боссом, перед боссом. А, блин, там. И перебегаем, перед... Я ее прожал чуть раньше от страха. Я забываю то, что эти... Да, я этот прожался на когда мы не закрыли на капельке. Ну, чё, прог чуть-чуть. Чё у вас там с первой группой случилось? Не... Шейки там уже есть у тебя? Коша, у тебя шейки там есть? Скинь туда, если нету, то засоли его туда. Прям там поможет. По аптайму будем этот менять патьки? Не, если мы поменяем пачки, то тогда мы еще и босса утащим в одну из сейв-зон. Ну, как в начале, как первый раз Коша утащил его. Ну, как сказать, еще танки это... Три где-то дамага. Ой, две трети дамага. Но если там отбегать в дальнюю сторону, то если... Самая проблема, что если ты уйдешь в туда, где милишники не достают, то босс к тебе подойдет. Если стоишь не в макс мили, то босс к тебе подходит. А это значит, что он сдвинется и вообще... нет. Вот. Так что, если танк отойдет, то аптайм потеряют все. Давайте сделаем так. В принципе, почему нет? Я предлагаю тогда просто милишники вместе с Коши становятся на эту механику в первой группе. И Коша утаскивает его в себе в сейф-зону. Ну, как в первый раз, да. Коша сможет туда увести его в самый-самый угол? Или там неудобно? Так, дай я даже посмотрю этот видос, потому что первый раз там... Так, где у нас этот пул был, где... Ну вот, пул, нет, это центр. В центре он стоит. Если бы еще вспомнить, где этот был пул.
Не, просто имеет ли это смысл, я просто пытаюсь понять. А, ну вот, смотрите, вот Коша, ты в первый раз его. Ну, собственно, наша картинка, где прямо в этом в Дискорде, которая висит, ты его утащил прямо в самый угол. Если там будешь стоять, то у все, вообще весь вся сейф-зона, одна из будет мили-рейндж. Ты там. Сейчас тебе расскажу, что происходило там. Там мы его оставили в самом квад... Собственно, я его ушел туда, когда ловил танкобастер. Потом ты его забрал, остался. Остался там. Что дальше происходило? Ну нет, собственно, этот. Посмотри, минус час 07. Ты, соответственно, остаешься там. Минус сейчас. Блин, там проблема будет то, что если зеленая заспаунится под ним, то его надо будет выводить, и там тебе сложнее будет. Чё, будем забивать на это или будем пытаться это делать? Ну смотри, чтобы, если мы хотим милишников с мейн-танком, то тогда босса надо уводить в эту сейф-зону. Ну да. Ну, давай хил тогда. Хилы остаются где есть. Танк занимает уголочек. Этот. Не, Скай предложил просто хилов загнать в центр арены, то чтобы им хилять было удобно. Ну, давайте попробуем. Ну, блин, один танк тогда будет в рейндж-фазе. А, единственное, что... Нет, скучать знаешь, кто будет? Скучать будет тот, кто будет на противоположном уголочке арены. Собственно, офф-танк. Не-не-не, второй танк встает, оба танка встают... А, ну... Ты его фиг выведешь туда. Давайте сделаем первое, чтобы меньше аджаст от того, что у нас есть сейчас. Второе, чтобы было удобно вводить. Давайте попробуем. Если мы сейчас будем отрениваться просто с неправильным стаком, мы потом с трудом переучимся. Ну, не, просто там по-другому вводить его надо. Давайте попробуем. Первая группа просто с милишниками там. И все, и этот, РНЖ во второй группе. Тогда давайте просто поставим фиксированные позиции, чтобы были где кто. Где нас?
Я думаю, да. Хилов тогда по центру. Там, где раньше танки стояли. Ну, вот, предпоследний скриншот. Хилы, сможете? Да это будет удобнее для вас? Что ты не достанешь все равно? Разве не достанешь оттуда? Тогда имеет ли это смысл? Где мое место? Я был танк раньше? Угу. Но на севере и юге так же, да? Да. Не, просто если ни до кого не достанет. Ну, хотя бы до хила достанет. Ну, в принципе, мы там. Угу. Ну, вот. Да. Фени, а Райко, где вам удобнее тогда? Ну, просто заранее, давайте определитесь, там, допустим, М1 тогда в этом, где раньше стоял, а М2 встает на хила. А неизвестно. Я думаю. То есть Феник где стоял, где стоит, а Райкоу на место хила. Птемий, тогда с тобой. Ты хочешь стоять там, где стоял, в самом уголочке арены, или. Ну, главное, чтобы просто не путался и чтобы туда добежал. Это начинать в 3-4, только на этой механике. То есть, когда мы. Давай в угол, чтобы для простоты просто. Скай, так. Да. То есть, когда появляется. Когда мы должны искать зеленый кристалл, Птеми бежит на юг. Да, хилы как были, так и есть. На этом. Да, окей. Тогда Скай, где ты стоишь? Ты, наверное, на милишнике стоишь? Или ты стоишь на. Ну, давай так. Хилл стоит поближе к боссу. Ну, то есть поближе к перешейке, да, в центр, как ты сказал. Не надо. Давайте как сейчас договорились, хилы поближе к центру. Танк, это Коши в уголочке, милишники, как договорились, Птемий, уголочек, Скай, Аппендикс, Тене, бывший милишник. Все поняли, у кого-то вопросы остались по тому, где кто стоит? Все, если нет вопросов, то давайте тогда
Фуд-чек. Там, оптимия кончился, да. И давайте пробовать. А зачем ты ей денег дал? Зачем у нее твоя карточка? Ну, все поняли, да? Каблук. Три мокрые. Забрал. Уже пошла, причем с карточкой. Заходим. Ладно. Беговые. Четыре. Жопа босса и перебегаем. Нокбэк иммьюнити. Единица. Забрал. Стаки. Центр. Разбегаемся. Сзади, сзади, сзади. Приходим. Двойки начинает. Туда-сюда обратно.
На Д, теми на Д, теми на Д. Ем, молодец. Все, все молодцы. Поднимите хила. Микро ОЕ. Бега ОЕ. Интересно. Смотрим. На четвертый. Что такое? А, я понял. Извините. Да он там стоял хорошо. Отхиляйте Коши, отхиляйте Коши. Очень Коши больно. Бига ОЕ. Первая группа на севере, вторая группа на юге. Птеми на юге. Теми на тройке. Все, да, и там все нормально. Это спреды. Начинаем со спредов. После того, как... Оп, бежим на свои места. Стоим, ждем, 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 ждем. Идем на стак, на стак, на стак, теми на стак. Как только упала, все хорошо, все молодцы, но как только упала этот бейт лужа, сразу бегайте из нее. И на теме накрыла эта лужа, а дальше, я так понимаю, там упала больше, чем нужно, да? Сейчас, что это такое? Маргазм что-то скидывает, а пытаюсь понять, что он мне скидывает. А, таймер. Таймер-то, таймер. Что? А, надеюсь, что нет. Тройка мокрая. Штанишки. Мне его захотелось пересмотреть, забрал. Заходим. И Коши заодно обмазал своими щитами. Не-не, Коши обмазал щитами. Ой, я. Тройка. Жопа босса. Нокбэк иммьюнити.
Единица. Забрал. Стаки. Стак, стак. Центр. Бежали. Впереди, спереди, спереди. После коста перебегаем, перебегаем. Стройки начинает. Туда-сюда, обратно. Трое мертвы, да, падаем. Давайте тогда все возьмите 5 минут на этот. Да, давайте зарезетим и 5 минут. Ну. Я хочу этих дурачков.
Ага. Не. Если там написано unique, в самом верху шмотки на синюю наведи, там будет unique untradable. На зеленый нет. А, это он ты про зеленое. Про синее распространяется. Пять минут. У меня какой-то трай есть, вон 6.28. А, там, наверное, два пула просто. Во. Теми пришел, еще посмотри чек. Скайрайкл, я знаю, что вы тут, так что я записываюсь в Dungeon. Кого? А. Еще раз, пожалуйста. А? Это я отменила еще раз, пожалуйста. У тебя тоже придурочные? Да. Этер обновился, Кицен уже делал себе билд, я уже сделал себе билд. Патч смени. Да. Ради 100 лаганов. По желанию. Не, там такое было, это просто, я такого еще вообще не видел. Этот просто мал. То есть мало того, что люди просто долбились, в конце концов остаются этот что-то хил и два танка, а два хила, два танка, по-моему. Мы уходим умирать, убиваемся, после этого хил делает ЛБ-3, чтобы всех поднять. Ну, практически. Да, половина, по-моему, была. Мы ждем танец.
Да, я там не могу. Коши это, сумасшедший, Коша кидает таунт в босса, поэтому там он не переагрить. Ну, видишь, он с таунта начинает. Я не знаю. Не, ну. Мокрая тройка. Не надо. Паша плохо колет. Забрал. Не дохил. Но у меня бы мафта атаками добил. Почему ты опять щит на себя? Причем я выделил Бена, я его хилю, но щит на себя. Все. Это все. Как мы сходили за едой. У меня 500 граммов йогурта. Как я могу съесть так быстро? Просто перестаешь жевать, это ж йогурт. Так вот надо жевать. Так тем более, просто глотаешь, глотаешь, глотаешь. Это важно. А то хила еще меньше будет. Единица сухая. Хайма на тебе была, не на мне. Забрал. Нет, это Хайм на себя кинул. Я не могу Хайм на себя кинуть. Это был не врачешник. Я поняла, это был не врачешник. Я около А всегда стою, там мне как-то деваться особо некуда. Заходим. Скай, включи микрофон. Нечего. Муха-жук. Тоже что-то новое. А уехал. Двойка. Жопа босса, потом перебегаем. Нокбэк иммьюнити. Все скоро мухажерами станем. Там уже делают бургеры из этих насекомых. Ну да, мясом из насекомых. Личинки.
Да. Единица. Был шанс попробовать Маргаза. Забрал босса. Маргаза, не к танку, не к танку, Марк. На стаке и отхиливаемся. Отхиливаемся. Поднимайте. Сзади, 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 сзади. Начинаем сзади. Есть время поднять. Переходим. Ты есть хардресни. Хардресни. Туда-сюда, обратно. Ну, тогда хотя бы тренируем туда-сюда обратно. Давай. Там сделаем. А, ну ты уже раз. Ну ладно. Двойка. Два сухая. Такой же, как у остальных кошка. Забрал. Заходим. А уехал. Двойка. Жопа босса. В бэк-комьюнити.
четверка. Забрал. Стаки. Центр. Своим. Перед боссом. После каста передвигаем. Пошли. Начинает стройки. 4 по часовой, 4 против. Теме на Д, теме на Д, теме Д. Чуть-чуть не успели. Че, давайте попробуем пережить. Mitigation кидаем. Беговой едет, беговой едет, беговой едет. Мы не успеем. Ну, поехали в ложу. В смысле, в этот. Поехали. В макросе получается предпоследний край. Да зачем так этот усиленный этот макрос делаешь? Начала. Ну ладно. Нет, ну начала, начала. Прикольно. Боюсь, Pathfinder никогда не будет разделять милишников и рейнджей. Четверка. Ну, не, ну может быть. Ну, не надрочился, но явно кто-нибудь уже сказал им как надо, и они никогда не сделают по-другому. Забрал. Ну. Ксенос даже розовые уши надел, чтобы обрести больший вес. Заходим. Я вот тут когда в Oh, yeah.
четверка. Жопа босса, потом перебегаем. Нокбэк иммунити. Что-то прям до хера мертвых. Давайте резать их, меня уе. Бига уе. Единица. Забрал. Стаки. Центр. Центр, центр, центр. По своим. Спереди стоим. После коста убегаем за хвост. Под хвост. Уходим. Начинается единица. Туда-сюда, обратно. Пошли. Все отлично, все молодцы, все супер молодцы. Бафы, да. Микроуе. Бигауе. На стороне тройки. Штука-то беги, 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 беги. Молодцы. От него, от него, от него, от него, от него. Поднимайте. Вторая группа с Птемием на юге. Первая группа с милишниками на севере. Не знаю. Так, сначала начинаем с зеленой. Да, это будет, правда. Самый-самый угол. Подшали. Спред. Стоим на месте, стоим, 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 стоим. На стак, на стак, на стак. Надо только отхиливаться, отхиливаться, отхиливаться. Мы все полком. Вторая группа выжила. Вторая группа выжила до стака. Я не увижу, с моей стороны я не увижу на стриме, что делаете вы, плюс я смотрю вертикально, к сожалению. Вторая группа доживает до стака. Единственное, что там надо отхиливаться, мы все в пол хп, мы не переживем это с пол хп. Маргаза, можешь засолить туда что-то из хила?
Я там реген в центре кинула, на всех должно было достать, но это все равно не помогает. Как оказалось. Я там достаю, я сама там стою в центре, можете особо не париться на этот счет. У Шерикота в два раза меньше хила, чем у Маргаза, вот в чем проблема. Вот, вот оно где. Это-то. Как это называется? Короче говоря, тогда просто хилы засолите туда парочку инстовых хилов, чтобы всех поднять. Потому что надо пережить спред, а потом пережить стак. По 600 тысяч? Так они умерли. Дайте, тогда подождите секунду, дайте мне я погляну, да, что там по стриму. Дожила до спреда. Да. Так. Сейчас мы вот мы стоим, мы ждем. Вот побежали на спред. Тым-тым-тым-тым-тым-тым. Пум! Шерикота, Райкоу и Фени. До стака на спрейде умерли. Они за стак или спред, они же сказали, пошло. Хорошо. Почему 600 тысяч урона не поразили? Потому что она Magic Vulnerability вешает. За стак или потому что просто неправильно прошли, или потому что что-то не получается? Ну, в смысле, что-то кто-то не понимает. Как только зона желтый кристалл бахает, сразу бежим. В принципе, там нет, у нас... Да, у нас тоже во второй группе добежали. Хорошо, тогда этот пробуем добегать, надо добегать. Давайте. А, кто-то не слышал? Давайте тогда ради чек. Я не услышал. Так. Видимо, жена вернулась за второй карточкой. Он пошел блокировать банк. Вскрыл карточку, банк занят. Сейчас отмени, пожалуйста, таймер. У нас пришел, что ли? Да, вон они. Ай. Нам просто на нас на дом напали. Да, друзья. Но... Поехали. Он делает им шарлотку. Да, да, поехали. Давайте таймер, поехали. Кошку, кошка, слышу. Кошка на месте, все хорошо. Ну, Райкова кошка там пришла сказать то, что она... Она все еще там. Напомните о себе. Четыре. За четыре. Мокрая. Скай похиляйте. Скай искупался. Забрал босса. О-о-о-о, сколько там щитов.
Заходим. Уехал. Единица. Жопа босса, потом перебегаем. Нокбэк имьюнити. Совсем на карпаля. Но с перебеганием крылья очень сложно спрыгнуть. Может быть. Угу. Единица. Нет, извините. Забрал. Стаки. Умрешь, 100 тысяч Паши на починку. Центр. Не по своим. Спереди стоим. Спереди стоим. После коста перебегаем. Перебегаем. Начиная с единицы. 4 по часовой, 4 против. Ну, окей, поверьте на слово. Да. Б будет пустовать. Ух, как че. Не успел. Ну а что у нас остается? Фудчек. Один. Забрал.
заходим. Единичка. Жопа босса. Нокба комьюнити. Четверка. Забрал. Сурово. Стаки. Центр. По местам. Спереди, спереди. После коста забегаем. Пошли. Единицы. Туда-сюда обратно. Туда-сюда обратно. Занять Шрикота. Д занять. А, Феникс. Окей. Веда? У нас один же. Побежал? Когда два хила, живы, еще есть шансы. Я если, жива. Если... Ты одна, Шрикот не мертв. Ты не успеешь отрезать всех. Да, нужно кому-нибудь 5 минут передышать, если этот... Ну, ради чека, но вообще выходные, поэтому можно этот и побольше. Хорошая идея. Давайте, если вы согласны еще по рейди, то ради чека, и тогда сейчас подышать чуть-чуть. Ну... На Барбариске особо проще не будет, а наличие пухи сейчас нам особо не поможет. Мы вайпимся на механиков. Ну... Ну тогда давайте не отдыхать. Давайте еще 20 минут.
Тройка. Забрал. Заходим. Единицу. Жопа босса, потом перебегаем. Нокбэк комьюнити. Двойка. Собрал. Стаки. Центр. Раз по своим. Перед боссом. После каста перебегаем. Перебегаем. Двойки. 2-4-2. Беговые. Сторона с двумя кристаллами. Это около четверки. От босса, от босса.
Я умру. А, уехал. Бегал я. Зашел в лужу. Да? Забрал. Не, что-то уже совсем все. Да, давайте, я думаю, что тогда раз мы дальше не продолжаем, то закончим. Такой вопрос, мы как хотим его дальше добивать блайндом, или хотим посмотреть, закрыть его сегодня, завтра патифайндером и дальше пытаться сами закрываем, если не успеваем на неделю, закрываем патифайндер. Ready check, если мы хотим его домучить самостоятельно, без каких-либо помощей. Где там ready check? Ну, поэтому, так как мы его почти прошли, я и говорю, что мы особо ничего не себе не заспойлерим. Поэтому я и спрашиваю, что люди хотят. Но мы как-то застряли уже третий день на читая одной механике, поэтому я и спрашиваю. Ну окей, если все хотим его продолжать блайндом, то, ну в смысле, без подсказок, тогда продолжаем. Да? Да? Не, ну я просто предлагаю конкретно этого босса, если там понедельник есть желание, время, если хотите. Я ничего не говорю, его надо тренировать, его надо убивать, и надо это делать. Просто так как у нас неделя заканчивается, будет откат, я просто предлагаю. Если есть в понедельник время, желание, то просто с ПФом побить. Не, понедельник Sky не может, и, скорее всего, мы с Маргазой не можем. Так что этот... Не, ну, окей, тогда этот... подождем как есть, но... Я не против, учитывая то, что мы посмотрели уже почти все механики. Дальнейшее...
Дальше там будет только повтор того же самого. Ну, я это не очень мне нравится, но я не против, если мы так сделаем. Так что если я. Ну, а кто завтра пойдет? Скай? Скай не может, что сказал. Окей, тогда. Да, я, может быть, тогда тоже сам так же пойду. Тогда рейд овер. Следующий раз вторник, 7. Всем спасибо. Нет, не сегодня.